Мой папа начал работать во Freedom Finance 10 лет назад. Их было немного. Тимур, Максим, Владимир, Сергей и мой папа. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Когда я училась на детского иллюстратора, подобные книги мы изучали. И я считаю, что эта книга хрестоматийная. Сюжет очень простой. Дедушка делится своим секретом с внуком. Существуют великаны. Я думаю, что если мы спросим у наших мам, бабушек, дедушек, пап, как они относятся к рыбьему жиру, да, они сразу скорчат такую очень неприятную физиономию, да? Мы сейчас в Москве, в гостином дворе, и в ожидании фэшн-шоу. Мы начинаем продаваться по всему миру, начинаем работать с различными шоурумами, магазинами. Так как это любимая работа, то, естественно, я буду рада, если эта коллекция понравится московской аудитории. То, естественно, мне это будет приятно, прежде всего, как дизайнеру и, конечно же, просто как человеку. Компания развивается стабильно и активно. В 2018 году завершилась самая крупная сделка – слияние с компанией NetTrader. В зоопарке ЧП животные сговорились, украли ключи у смотрителя и сбежали в город. Смотритель Иван Петрович бежит за ними, охает, ахает, переживает. На каждой странице его эмоции, и они ни разу не повторяются.